Warner Brothers Games, Avalanche Studios. Я так и не спросила, как тебя зовут? Макс. Меня зовут Макс. В Mad Max вы начнете все с нуля. Машина, семья, сама жизнь. Все это отняли. И на плаву держит только желание выжить. И первым делом нужно собрать новую машину. Вот он, мой шедевр. Теперь шедевр ваш. Добывая новые запчасти, вы сможете его улучшать. Что в свою очередь позволит сделать вам шедевр именно таким, каким вы хотите его видеть. Чтобы быть готовыми ко встрече с врагами, нужно добывать оружие и броню и для себя. Со временем ее также можно будет улучшить. По-другому на пустоши не выжить. Грифа может помочь. Помочь попасть туда, куда сам не попадешь. Помочь понять, что действительно нужно. Приготовьтесь к тому, что патронов к огнестрелу будет мало. Однако всегда можно найти другое оружие, которое в умелых руках не менее смертоносно. На пустоши полно всякого хлама, который можно превратить в оружие, улучшение для брони или запчасти для шедевра. Все необходимое, чтобы стать сильнее. Кто владеет ресурсами, владеет пустошью. Сейчас они во власти Члема и его воинов. Злоба и безудержная жажда крови делают их смертельно опасными. Если хотите выжить, никому не позволяйте встать у вас на пути. Придется забыть, что такое жалость. Пустошь — не место для благородства. По мере изучения динамического открытого мира, вы будете встречать тех, кто влачит на пустоши свое жалкое существование, заключая союзы с местными обитателями, помогая им и их крепостям, вы обеспечите себе дополнительную поддержку. Нужен порох. Черный, смертоносный. И при чем здесь я? Слушай, притащи его сюда, и патронами будешь обеспечен до конца своих дней. Для покорения пустоши потребуются силы. И умение противостоять любым невзгодам. Опасные группировки бороздят дороги, таятся под землей и рыщут в ночь. Они будут пытаться отнять то малое, что у вас осталось. Но у вас еще есть порох в пороховицах. Сразите врагов и верните себе свою жизнь. Вы выживете. Ведь вы Макс. Безумный Макс. Доступно с 1 сентября 2015 года. Предзакажи сейчас и получи потрошителя.